Это у нас пояс-поводок с двумя ручками. Одеваем его на талию. Он, кстати, очень интересно растягивается. Вот покажи еще раз. Здесь такая защитная кнопочка. Да. А, его можно вот так. Да. Угу. Застегиваем на талии. Очень удобно для бега, для спортсменов, кто вместе с собакой бегает, чтобы в руках не держать поводок. Да, это отстегивается. И вот это пристегиваем к ошейнику. Вот у нас собака бежит. Он еще у нас так амортизирует. Очень удобно. Если нам нужно подтянуть к себе собаку или держать ее рядом, беремся за ручку, которая рядом с ошейником. Или есть еще ручка около поводка. Также можно отстегнуть этот карабин, и получится полноценный поводок отдельный. Потом его можно обратно пристегивать. Ну, вот он на талии регулируется.